созданием датской объединенной системы всех инвалидов, где объединенные общества, которые занимаются проблемами людей с ограниченными возможностями. Мы приветствуем вас на стойке ресепшена организации инвалидов Дании. Здесь представлены те организации, которые имеют здесь представительство. Очень часто в этом здании проходят встречи представителей инвалидных организаций с членами правительства, с разными заинтересованными лицами, кто может облегчить жизнь инвалидам в этом мире. Требования, которые выдвигают люди с ограниченными возможностями, часто бывают настолько важны, что учитываются в законах, и бытовая жизнь таких людей становится проще. Это очень важно, так как никто не застрахован от такой ситуации, когда люди становятся ограничены в своем передвижении, когда болезнь приходит нежданно. И защищенность людей в этом мире очень важна. Поэтому такое красивое здание, как мы видим, призвано не только украшать этот мир, но и делать жизнь лучше и проще. Ты говоришь? В этом обществе представлена очень большая программа для слабослышащих людей. Средства для повышения комфортности этих людей выдаются бесплатно правительством и организацией инвалидов, чтобы сделать жизнь людей более комфортной и приятной. Мы рады приветствовать вас в этом здании «Русская культурная миссия в Дании» Кухтина Александровна.